Не так давно мы уже рассказывали о муниципальном этапе всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Лучшие команды трех возрастов, которые заняли первые и вторые места, вышли в следующий круг на зональные соревнования, которые по традиции прошли в нашем городе. Сильнейшие команды юношей и девушек из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского, Крымского, Красноармейского, Темрюкского и Славянского районов прибыли в наш город, чтобы во дворе спорткомплекса «Лидер» в честной борьбе побороться за победу. Мы очень готовились, упорно тренировались. Вот последнюю неделю особенно, ну, по две тренировки в день. И вообще я люблю баскетбол, хоть у меня и маленький рост, но это не мешает. В городе герои новороссийский стритбол очень популярен. И эта популярность, как правило, конвертируется в отличные результаты. Я занимаюсь 3 года, наша команда готова хорошо. Мы одни из сильнейших команд в Краснодарском крае. У славянской команды были серьезные соперники. Ребята собирались играть в полную силу, и это им удалось. Мы выступили на районных соревнованиях, показали там лучший результат, стали чемпионами района. И теперь будем участвовать на зональных соревнованиях. Мы очень сильно готовились. Все точки над «и» расставила, конечно, сама игра. Все очень старались, но удача улыбнулась самым сильным и умелым. Славянские спортсмены выступили достойно. Среди девушек в младшей возрастной группе не было равных славянской команде спортшколы «Триумф». Успешно выступили и ребята средней возрастной категории из того же «Триумфа», которые стали вторыми. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».